Всем добрый день, всем привет из Подмосковья. Сегодня хочу вам показать свой кипарисовик, который вот я снимала 2 месяца назад. Есть видео, как он плохо вышел у меня из зимы. Был вот такой вот весь коричневый. И вот хочу вам показать, в каком сейчас состоянии он находится спустя 2 месяца. Обрабатывала я его цирконом, зеленой иглой, и, в общем-то, и подкармливала, и, ну, в общем, делала всевозможные манипуляции для того, чтобы выходить это растение. Он очень у меня давнишний, 10 лет, 11 ему уже, и вот такой вот коричневой хвоей он весь был покрыт вот 2 месяца назад. Сейчас, вот на сегодня покажу вам сверху вниз, здесь вот только 2 побега, которые не заканчиваются зеленой. Вот посмотрите, видите, вот такой вот не заканчивается зеленой метелочкой. Один и второй еще есть такой побежек, который еще не пришел в себя. Вот он такой вот чуть-чуть тут начинает зеленеть что-то у него, вот чуть-чуть. Но, может быть, еще до осени он немножечко оклемается, этот побежек. Но я ничего не срезала абсолютно, ничего не обсыпала. Ну, то есть не трясла его, ничего не делала, просто вот оставила, как он есть, и обрабатывала вот в течение там какого-то срока 2 месяца назад, и плюс еще были подкормки, конечно. Посмотрите, какой у него цвет очень красивый, прелесть, прям цвет морской волны. Очень жаль было, когда я его увидела таким коричневым. Но вот сейчас немножко я прям успокоилась. И сегодня хочу еще раз тоже обработать его прям по хвое. Взяла упаковочку лигногумата. Она там разводится 5 грамм на 10 литров воды. 4 грамма на 10 литров воды. Но у меня бутылочка есть вот 5-литровая. Приготовила все уже за... Сделала уже вот в рассекатель, в распылитель. И вот хочу сейчас опрыснуть его, немножко ему еще помочь. У нас есть время, конечно, еще лето. И вот хочу опрыснуть, и потом еще немножечко, еще через месяц тоже это сделаю. Очень довольна, что у него уже вот побеги заканчиваются вот такими настоящими зелеными, такими даже цвет морской волны. Хвоей такой, вот какая она и должна быть у него. Плохо видно, сейчас вот так покажу с наклоном. Да, вот. Так что хочу сказать, препараты наши, которые мы покупаем, неплохо действуют и неплохо помогают нашим растениям. Хотя, конечно, срок прошел большой, 2 месяца, конечно, это много. Но для такого дерева, для большого, которому уже возраст где-то 10-11 лет, я считаю, что это более-менее такое восстановление хорошее за этот срок. Думала, он вообще у меня погибнет, кипарисовик этот. А он все-таки набрался сил и, в общем-то, выдал немножечко мне вот так вот зелени. Я очень этому довольна, очень рада. Вот эта сторона, конечно, очень-очень такая вся коричневая, но хотя бы есть какие-то побеги, потому что в том видео, посмотрите, он совсем был коричневый весь. Я думала, он и не выживет, и не пойдет дальше, и не пустит совсем свои новые побежки. На сегодня вот он так выглядит. Развела сейчас, говорю, вот препаратик очень удобный. Вы знаете, он прям хорошо очень разводится. Пишут на пакетике, что нету взвешенных частиц. И, в общем-то, в воде, вот я в баночке сначала развела, и на самом деле посмотрела, он, знаете, похож... Там, конечно, они зернистые такие. Сейчас я вам покажу. Ну, кому-то интересно, может быть. Сейчас немножко насыплю вот сюда, вы посмотрите. Ой, сейчас... Так, вот он такой, вот видите, кажется, прям как уголечек. Как уголек, и кажется, что будут какие-то взвешенные частички. Но он отлично в воде растворился. И, знаете, приобрел такой цвет, как будто вот у нас фитоспорин. Знаете, такой вот, когда такой пластилиновый фитоспорин. И очень быстро развелся, хорошо. Правда, на самом деле, нету никаких вот там пылиночек и всяких остатков. И замечательно, вот я его залила уже в свой распылитель и буду сейчас вот заниматься. Очень полезная такая штука. Я уже это делала на своих туях. На туях делала.
И, в общем-то, у меня тоже туи немножко там были коричневатые такие, вот после зимы вышли. А этот вот лигногумат и еще покупала зеленая игла. Очень мне помогли, и думаю, что это очень хороший препарат. Вот посмотрите, зеленая игла, если кто увидит, попользуйтесь. Ну и, конечно, ракурс. Ракурсом я тоже всегда пользуюсь. Мне он нравится, применяю на своих тоже хвойных. Сейчас буду опрыскивать. Тут кратность такая, можно делать 2-3 раза за сезон. Но я вот один раз только делала. После того, как обрабатывала цирконом, через месяц я обрабатывала уже этим лигногуматом. И больше ничего не делала. Вот последняя обработка у меня была месяц назад для него. И все. Сейчас вот хочу еще попробовать. Ну и осенью еще немножечко помогу ему, когда уже будут уходить в зиму. Обязательно ему помогу. Ну, в общем-то, считаю, что наши труды не напрасны. Хорошо, что мы немножко помогаем своим растениям. Если, конечно, ничего не делать, конечно, они будут у нас погибать. Потому что условия такие природные разные. То тепло, то холодно, то морозы, то, в общем... Ну, я считаю, что я немножко-немножко его хотя бы восстанавливаю. Замечательное такое растение. Очень жалко, если бы оно погибло. Ну вот, показала вам после двухмесячного такого периода, как он восстановился потихонечку. Как уж он зиму перенесет, не знаю. Ну, посмотрим, что Бог даст. А так очень красивая по цвету. Мне очень она нравится. Цвет морской волны замечательный. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего всем. Заходите на канал, кому интересно. До новых встреч!